Вологодская область, как и множество других субъектов Российской Федерации, имеет свой региональный портал. В чем разница между федеральным порталом госуслуги.ру, о котором вы, наверное, уже многие слышали, и региональным? В уровне предоставления услуг. Федеральные услуги – это, например, получение паспорта, так как паспорт для всех един. А, например, приватизация дачного участка – это уже услуга региональных и местных уровней. Но самое главное, наверное, и такое преимущество первое и главное регионального портала – это то, что региональный портал является единой точкой входа для получения как услуг на региональном и местном уровнях, так и федеральном. На сегодняшний день очень мало граждан пользуются услугами в электронном виде. В 2014 году это всего 3% от общего количества услуг. В прошлом году это всего 6,6%. И это еще не считая выдачу повторных. Это только записи актов гражданского состояния. Получается настолько минимальная цифра, а результат? А результат тот, что люди могли, допустим, молодые люди, все пользуются практически, да, на сегодняшний день различными видами гаджетов. Можно, да, было бы зайти на портал, забронировать себе удобное время для регистрации рождения ребенка, определенную дату, определенное время, и в это время уже никто иной, а именно он будет принят, потому что каждое утро сотрудники ЗАГСа проверяют эту электронную очередь. И в первую очередь, конечно, будет услуга оказана тем, кто уже подал заявление в электронном виде. Еще 2 года тому назад, когда я регистрировалась сама, я прошла по списку услуг. Там, скажем так, было гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас вижу, что, пожалуй, больше возможностей предоставляет этот портал. И, ну, более есть вероятность того, что больше людей зарегистрируется, потому что решать многие проблемы этот портал помогает. Вот. Ну вот, в частности, я узнала об этих новых услугах, и поскольку я в силу своей профессии, как замдиректора школы, который эти услуги пропагандирует, я могу уже больше рассказать нашим пользователям, родителям учащихся и самим старшеклассникам о том, вот каким образом им этот портал может помочь.